Начать. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас на нашей встрече, которая посвящена современным возможностям в бизнесе. Хочу представиться, пока вы пишете в чате, откуда вы пишите, жду от вас, конечно же, обратной связи. Это очень важно, особенно когда ты работаешь онлайн. Очень важно иметь обратную связь. Итак, зовут меня Анжела, фамилия Лукашенко. В этом предпринимательстве, о котором сегодня пойдет речь, мы с супругом уже достаточно длительный период времени находимся. Прошу, пожалуйста, следите за вашими микрофончиками, чтобы не отвлекать и меня, и тех людей, которые слушают нашу встречу. Так. Ну, мне придется все-таки отвлекаться тогда, но ничего. Итак, в этом более, как я уже сказала, по образованию я бухгалтер в далеком прошлом, но все последние годы, последние это более 30 лет, мы с супругом развиваем свое собственное дело, свое собственное предпринимательство. В абсолютно различных сферах мы работали. И вот более 10 лет назад мы познакомились с этим проектом, о котором я вам сегодня с удовольствием расскажу, потому что как никогда актуальным этот проект становится в последнее время. Я постараюсь вам это показать на слайдах и немножечко вас посвятить в эту информацию. Встреча наша продлится всего лишь 15-20 минут. Я постараюсь очень быстро и доступно все вам сегодня рассказать. Если будут какие-то вопросы у вас появляться, пожалуйста, задавайте вопросы в чате. Я потом в конце на них отвечу. Итак, сейчас мы включим презентацию и немножечко по презентации пройдемся. У меня все закрылось. Ну, ладно. Итак, друзья, видно презентацию? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Все ли видно? Итак, самое ценное, что после этой встречи вы для себя вынесете, да, если кто-то в первый раз слушает эту информацию, тоже можете дать обратную связь, пишите в чате, в первый раз ли вы слушаете подобного рода информацию, или вы уже, возможно, имеете какие-то результаты в этом предпринимательстве. Самое ценное, что было всегда для меня на этих встречах, что после этой 15-20-минутной встречи у нас с вами будет готовая стратегия, которую, в принципе, можно уже брать и применять. Итак, такой небольшой опрос, тоже можете себе ответить в чат, можете нам не писать, но можете ответить себе на вопрос, а что же вы ожидаете на сегодняшний момент от жизни, коль вы здесь и решили эти 15-20 минут потратить своего драгоценнейшего времени, да, значит, все-таки что-то вы ищете, и что-то вам в этом мире на сегодняшний момент еще осталось интересным. Так вот, все ответы, в принципе, все потребности, которые на этом слайде есть, вы можете в этом предпринимательстве получить. И так как я уже сказала, что более 30 лет мы занимались различными видами бизнеса, это была розничная торговля, это была недвижимость, это был гостиничный бизнес, это было строительство и так далее. Да? И, конечно же, мы, как любой предприниматель, если здесь есть чат предпринимательства, предприниматели тоже можете дать обратную связь. Мы мечтали о том, чтобы бизнес был такой, который бы не подразумевал под собой огромных финансовых вложений, который бы в котором бы не нужно было на сотрудников, которому, конечно, не нужно было постоянно искать какое-то финансирование, не нужно было арендовать склады, помещения и так далее, и, конечно же, не нужно вкладывать деньги в финансовые складские запасы. И вы знаете, когда мы познакомились с этой идеей, да, конечно же, может быть, как и многие, мы не заметили, знаете, за этим вот тех масштабов, вот той глобальности, да, бизнеса, потому что нам было как бы непонятно, да, то есть как можно вообще вот без финансовых вложений, без каких-то вот, без тех пунктов, которые здесь на слайде, да, построить какое-то огромное предпринимательство. Но на сегодняшний момент к этим трендам я бы добавила еще один из трендов, да, то есть, который, на мой взгляд, на сегодняшний момент тоже должен быть максимально эффективным, да, то есть максимально рабочим, это та идея, да, которую вы будете продвигать. И вот то, что меня на сегодняшний момент очень сильно радует и очень сильно вдохновляют перспективы, да, то есть роста
в нашем предпринимательстве, да, то, что на сегодняшний момент очень сильно растут тренды, касаемые здоровья и долголетия, благополучия и так далее. Так выглядели тренды здорового образа жизни, индустрия в триллионах долларов в 2020 году. Это было 4,4 триллиона долларов. Люди тратили по всему миру такое количество денег на свое собственное здоровье, на его поддержание, на его профилактику и так далее. Так выглядит прогноз на ближайшие 5 лет, да, то есть с 2019 года до 2025 года. Каждый год ожидается прирост, и так на самом деле есть, да, на более чем на 5%. И самое, знаете, что меня на сегодняшний момент опять-таки больше всего радует, то, что последние тренды говорят о том, что те предсказания, которые мы видели на предыдущих слайдах, они сбылись, да, то есть действительно в 2022 году индустрия wellness составила более чем 5,2 миллиарда долларов, да, то есть и как ожидается, что к 2032 году составит более 8,9 миллиарда долларов, да, то есть с темпом 5,5% каждый год. И это меня, как человека, который в этой индустрии, очень-очень сильно радует, потому что как бы мы всегда с вами должны смотреть наперед, и вот эта перспектива роста на ближайшие 10 лет на 5,5% ежегодно, да, то есть, конечно, она не может здесь не радовать. Почему так сильно я воодушевлена, да, то есть потом, а вот еще один слайд, я про него забыла, да, то есть сейчас вам объясню, что это такое. Это стоимость клика в Гугле, да, то есть когда вы размещаете свою рекламу, да, то есть что же люди ищут на сегодняшний момент в Гугле? Самый частый, самый дорогой запрос – это финансы, да, то есть это к тому, что на сегодняшний момент все равно индустрия бизнес-предпринимательства, то есть индустрия работы на себя, индустрия заработка не на кого-то, да, то есть потому что, ну, вот, несмотря на то, что 30 лет за плечами различного рода предпринимательства, конечно, были факапы, конечно же, были сумасшедшие росты, были сумасшедшие падения, да, но, тем не менее, никогда у меня не родилась такая мысль пойти наработать по найму, да, то есть, ну, вот как бы есть такая категория людей, я думаю, что среди нас тоже здесь есть такие, да, то есть, которые все равно будут искать какое-то свое собственное дело, потому что я четко понимаю, что только работая на себя, мы можем иметь действительно то самое, то, ради чего. Вот мы видели там на первых слайдах, да, то есть это финансовое благополучие, это свободное время, это личностное развитие, да, это трата времени там на семью, на путешествия и так далее. Так вот, люди все-таки ищут финансы. Второй самый большой запрос – это недвижимость. Третий – это здоровье, да, то есть то, о чем я говорила. И дальше все равно есть дом, да, то есть работа, бизнес и так далее. Поэтому на сегодняшний момент мы с вами находимся в том месте, где, в принципе, будем делиться с вами теми своими наработками, которые у нас есть. Итак, на сегодняшний момент есть компания-партнер, которая предлагает нам с вами, обычным людям, да, то есть вот как я в прошлом бухгалтер по образованию, да, возможно, здесь кто-то есть у нас педагоги, возможно, есть врачи, возможно, есть просто, я не знаю, люди, которые водят автомобиль, да, то есть водят автобус, ну, я не знаю, можете написать, кстати, вот, возможно, кто-то, не знаю, возглавляет отдел кадров, возможно, кто-то работает так же, как и я в бухгалтерии, да, можете написать, кстати, каких специальностей мы здесь с вами в нашей компании собрались. Потому что, в принципе, это, ну, как бы на самом деле не имеет особого значения, если говорить про развитие этого предпринимательства. Потому что, в принципе, если у нас есть цели, есть желание, то у нас есть, в принципе, здесь готовые инструменты, которые мы с вами можем взять. Итак, есть компания-партнер, которая владеет четырьмя основными брендами в области ЗОЖ, красоты, дома и ухода за телом. И более 400 товаров у нас с вами есть возможность приобретать. Я сейчас расскажу, почему важно обращать внимание на те продукты, которые мы с вами приносим дома. Мы с вами привыкли зарабатывать, на чем мы с вами привыкли зарабатывать и как, да? То есть мы с вами можем зарабатывать как? Продавая свое время,
да, то есть продавая деньги, инвестируя там, да, их куда-то, продавая какие-то продукты, нет других способов зарабатывать, да, то есть мы только можем что-то продавать. Продавая время, как бы у нас, кстати, к сожалению, мы ограничены, да, то есть 24 на 7. Продавая продукты, да, то есть если у нас с вами нет, как я уже говорила, если мы берем традиционную историю предпринимательства, да, то есть когда нам нужно действительно сначала приобрести продукт для того, чтобы его продать, для сначала открыть с вами какой-то магазин там, да, то есть или склад, или еще что-то, да, то есть нам везде с вами, мы встречаемся на том, что открывая любое предпринимательство, нам с вами нужны финансы, да, то есть продавать деньги не у всех получается, потому что, как бы, ну, для того, чтобы заработать на инвестициях, там действительно очень большие должны быть вложения. Пожалуйста, следите за вашими микрофончиками. Итак, что же мы с вами можем на сегодняшний момент иметь в том предпринимательстве, о котором я с вами говорила. Давайте посмотрим вот на этот слайд и посмотрим немножко на нашу жизнь с другой стороны, на наши траты с вами, которые мы с вами имеем. Абсолютно каждая семья, достаточно богатая или достаточно, или как бы не очень богатая, да, с небольшим достатком, да, но мы все равно каждое утро встаем с вами, да, и делаем определенные манипуляции, определенные процедуры, и на это мы с вами тратим определенные продукты. Кто-нибудь представляет себе на сегодняшний момент жизнь без зубной щетки, зубной пасты, там, я не знаю, средства для полости рта, там, я не знаю, гели для душа, шампуни, там, да, губки для мытья посуды, то есть каких-то элементарных, средства для мытья посуды, то есть каких-то элементарных вещей. Мы с вами без этого уже не представляем свою жизнь, да, и вот вопрос в том, на сегодняшний момент стоит не в том, сколько нам потратить, да, на эти продукты, а вопрос стоит в том, где нам эти продукты с вами приобретать. И я сейчас объясню, почему. Это утро, да, обращаю ваше внимание, читайте, да, то есть, а если ты девочка, то у тебя еще добавляются, да, определенные твои собственные траты, да, то есть, такие, как на нашу с вами красоту. Это вечер, да, то есть, что мы с вами используем, да, все равно у нас есть определенные какие-то продукты, без которых мы тоже не представляем свою жизнь. Мы не берем день, мы просто берем утро и вечер, да, то есть, и вот вопрос в чем, как бы, чему я задаю, как бы, вам постоянно вот этот вопрос, где мы с вами приобретаем тот или иной продукт, откуда мы его приносим в дом. И на сегодняшний момент это важно не только в плане финансов, да, в плане финансовых затрат наших. Потому что на сегодняшний момент, что это у меня сбился слайд, ну, потому что на сегодняшний момент, кроме финансовой составляющей, очень актуально стала составляющая качественная. Потому что когда, знаете, в нашу жизнь пришел вот этот технологический процесс, да, если мы помним с вами, я думаю, что здесь многие помнят еще те времена, когда была... когда не хватало нам продуктов и был дефицит, да, то есть, а потом в какой-то момент предприятия, скажем так, разрастались, все больше стало производителей, потому что все хотели заработать на том, чтобы покрыть этот дефицит, да, то есть устранить этот дефицит, и, конечно же, стали производить все больше и больше продуктов, да, различных, да, для нашего с вами ежедневного потребления. И вот, конечно же, для того, чтобы эти продукты хранить, в них стали добавлять различные вещества. И вот здесь просто на слайде вы видите такое вещество, как бисфенол А, да, то есть это то, что содержится в пластике. Это вещество, максимально приближенное к женскому гормону, которое приносит нам очень большой вред нашему здоровью, да, то есть это триклозан, то, что содержится в зубных пастах, в стиральных, не в стиральных, в самых кремах, в кремах для бритья, то есть в различных кремовых вот таких вот субстанциях, да, то есть то, что мы с вами приносим каждый день за свои собственные деньги, покупая в различных абсолютных местах, не задумываясь часто о качестве, а просто... Ну, как бы, потому что это стоит на полке, и вроде бы как бы это должно быть хорошего, высочайшего качества. Еще один пример, да, 4-нанофенол – это то, что содержится в различного рода красках, да, то есть я думаю, что кто-то здесь узнал, возможно, на слайде свою посуду, да, то есть которая вроде бы нам запретили, ну, не то, что запретили, нам уже как бы давно говорят о том, что алюминиевая посуда – это плохо, да, то есть потому что алюминий – это из него… Мы получаем соли тяжелых металлов, да, то есть мы это дело все в себя, скажем так, все это в нас складируется, да, как бы, и потом организму нашему через какой-то период времени становится не очень хорошо. Так вот, эти посуду стали покрывать
делать ее эмалированную, да, то есть эмалью, но вот в ту эмаль настали добавлять краску. И вот эта краска, как бы, она является, конечно же, очень большим ядом. Соли тяжелых металлов и так далее, да, то есть это просто я к чему? Я просто решила вам напомнить о том, что на сегодняшний момент уже нельзя вот так вот, знаете, просто доверять тому, что стоит на полках. Нужно потихонечку самим разбираться, да, в том, что мы приносим в свой собственный дом. Почему я на этом останавливаюсь и почему я на это обратила внимание? Потому что я сейчас делюсь именно своей, знаете, болью, потому что когда-то, 25 лет тому назад, я родила среднюю дочь, принесли мы ее домой, развернули пеленки, и у нее был страшный пеленочный дерматит, это была страшная аллергия, которая сопровождала ее все 11 лет. Пока я не познакомилась с продукцией компании Amway, не принесла ее в дом, через 4 месяца просто у ребенка все прошло, да, то есть поэтому это на самом деле действительно значительно важнее, чем мы могли бы к этому с вами относиться. И вот здесь просто такие вопросы. Давайте вы сами себе ответите, как часто вы чистите зубы. Если бы мы с теми продуктами, да, то есть которые вот я только что перечислила, да, соприкасались раз там в год, да, то есть раз в 2 года, я не знаю, раз в 3 месяца, нам наш организм научился бы с ним справляться. Но тем не менее, да, мы зубной пастой пользуемся как минимум 2 раза в день. Некоторые люди чистят после каждого приема пищи и так далее. И я к чему? Что очень важно, чтобы этот продукт не наносил, приносил нам только пользу, а не приносил нам вред. Итак, давайте перейдем уже к деньгам. Вы поняли, да, что нужно обращать внимание, конечно же, на качество продукта, прежде чем, скажем так, потратить на него деньги. Итак, как устроен обычный, простой, традиционный бизнес, да, то есть в котором мы с вами являемся просто клиентами, да, то есть просто потребителями. Мы приходим с вами в магазин, отдаем своим денежки, берем для себя там зубную пасту, смотрим такую, чтобы была не сильно дешевая, не сильно дорогая. Ну, согласитесь, что именно так мы выбираем, да, то есть мы не смотрим там, очень редко сейчас читаю, ну, как бы сейчас, возможно, даже чаще, раньше 100%, да, то есть не читали. А составы сейчас уже немножечко народ начал, стал продвинутый, да, как бы, и читает немножечко составы, но тем не менее, знаете, иногда так мелко написано, что просто невозможно, да, то есть что-то прочитать. И так как это устроено, да, есть компания-производитель, да, и она, понятно, что не продает сама, конечно же, у нее есть или через маркетплейсы она это продвигает, да, то есть плюс у нее должна быть реклама, если мы включим телевизор, то мы прям увидим, да, то есть и даже в социальных сетях сейчас есть реклама, это все стоит денег, да, поэтому вот за счет этого очень сильно не поднимается качество продукта, но очень сильно поднимается его стоимость. И что мы предлагаем вам на сегодняшний момент? Мы вам предлагаем на сегодняшний момент покупать продукцию напрямую у производителя, то есть есть сайт компании, на котором просто нужна обычная, простая, несложная регистрация. В принципе, на сегодняшний момент без регистрации нельзя сделать ничего, да, на любой сайт, на который бы вы не зашли и захотели бы там что-то приобрести или получить более какую-то подробную информацию, вам предложат зарегистрироваться, да, то есть ввести фамилию, имя, ввести адрес электронной почты там и так далее, то есть простые такие сведения о себе, и вы после этого становитесь как бы таким оцифрованным клиентом, да, то есть здесь такая же история, мы регистрируемся на сайте, но после этого мы с вами имеем просто возможность только приобретать по более низкой цене продукцию, да, то есть более высочайшего качества, да, то есть потому что компания не платит, компания не продвигает свои продукты через маркетплейсы, она не платит за рекламу, да, то есть она готова вот эти деньги отдать вам как клиентам или как партнерам. Вот здесь есть условия регистрации, то есть как вы можете зарегистрироваться, можете иметь сразу 15% скидку от 100% стоимости, да, то есть абсолютно бесплатная регистрация, приобретать для себя с доставкой домой, да, как бы, и дальше, если вы захотите, как бы, вам понравится продукт, и вы, скажем так, в некоторых случаях это получается непроизвольно, потому что, когда тебе продукт нравится, ты реально просто начинаешь им делиться, компания предлагает себе перейти в статус VIP-клиента, и здесь уже иметь плюс к своим покупкам, да, домашним, какие-то денежки плюсом, да, и давайте мы посмотрим, какие. 200 баллов. Что такое 200 баллов? 200 баллов – это как бы внутренняя стоимость, ну, балл – это внутренняя стоимость единицы товара, да, то есть кроме, чтобы вам в конце месяца можно было вернуть, скажем так, тот самый дисконт,
Вот в конце месяца эти баллы превращаются в деньги. Если вы саккумулируете, просто купите для себя, возможно, просто поменяйте, как я когда-то, да, то есть на начальном этапе просто выбросила из дома всю бытовую химию, да, то есть приобрела всю косметику, да, то есть и саккумулировала просто такой товарооборот в 200 баллов, а мне, вам компания назад вернет там примерно 60 условных единиц, да, то есть это как бы ни много ни мало, но на сегодняшний момент, имея вот то высочайшее качество продукта, да, то есть которое предлагает компания, потому что компания не использует в производстве в своем никаких вредных веществ, ни тех самых бисфенолов, ни тех самых триклозанов, ни 4, но не пенол, высочайшего качества продукт, над которым работает огромное количество экспертов. Мы еще об этом с вами немножечко поговорим, да? Итак, у нас появляется возможность, и мы с вами, как я уже говорила, можем быть бухгалтером, можем быть учителем, можем быть там, водителем, да, то есть и при этом иметь с вами, возможно, еще плюс небольшие денежки в свою копилочку. Просто, как бы, знаете, есть такое слово «просумент», да, то есть профессиональный покупатель, да, то есть тот человек, который будет покупать, скажем так, с умом, да, то есть получая назад небольшие, сначала небольшие денежки, да, то есть потом ваш товарооборот, если вам нравятся продукты, у вас появляются еще друзья, знакомые, соседи, коллеги по работе, да, то есть которые, возможно, спросят, а какой у тебя там аромат, да, то есть, возможно, увидят, что вы перестанете, скажем так, болеть, да, то есть не будете ходить на больничный, будут задавать вам вопросы. Вы, отвечая просто на эти такие, знаете, несложные вопросы, да, появляются у вас какие-то клиенты, да, то есть ваш товарооборот растет, да, то есть мы даже не говорим сейчас просто про предпринимательство, мы сейчас с вами говорим просто про то, что мы можем иметь дополнительные неплохие скидки на свои собственные, на личные покупки. Здесь примерно уже долларов 90, как бы, да, то есть вам вернется назад. Если мы дальше продолжаем об этой идее рассказывать, да, то есть, вернее, даже не об идее, а просто о продукте, да, то есть мы с вами дальше рассказываем, наш товарооборот потихонечку растет, и растут наши доходы. Примерно 200 условных единиц вы можете получать назад, да, то есть и так потихонечку, потихонечку, то есть вы поняли, у компании есть маркетинг, у компании есть партнерская программа, да, то есть от 3 до 21% мы можем получить с вами назад в виде скидки, или вы как бы, если вы уже захотите, то даже в виде живых денег на ваш расчетный счет. Итак, такой товарооборот, если мы саккумулируем 1200 баллов, мы получим назад примерно уже 500 условных единиц. Вот так выглядит маркетинг-план, да, то есть так выглядит таблица вознаграждений. От 12% у нас еще есть до 21%, то есть есть куда расти, есть как создавать, как, вернее, есть куда расти и есть с чем, скажем так, создавать товарооборот. На товарообороте 10 тысяч баллов и скидки 21%, примерно 2000 условных единиц вы будете иметь дохода. Дальше идут лидерские вознаграждения. Я об этом сегодня не буду. То есть вот те самые финансовые вознаграждения, да, которые мы всегда искали в предпринимательстве, да, сделать один раз что-то, да, то есть чтобы постоянно иметь тот самый доход. Вот здесь тоже есть такая возможность, но сегодня я не буду об этом говорить, вы спросите у того человека, который вас пригласил, чтобы он вам более подробно об этом, обо всем рассказал. Почему на сегодняшний момент я настолько воодушевлена? Потому что мы реально на сегодняшний момент сотрудничаем с брендом номер один в мире. Это высочайшего качества продукт, который зарекомендовал себя, который в этом году отмечает 90 лет. Да, то есть, и поэтому мы с вами более 100 патентов, более 80, более уже 90 лет опыта, да, то есть поэтому мы с вами то однозначно здесь, скажем так, находимся в большом-большом преимуществе. Это то, как тестируется, как проверяется на качество продукта, да, то есть мы с вами 100% можем быть уверены, что мы в первую очередь принесем пользу себе, в свой собственный дом и, конечно же, нашим окружающим. У нас есть исследования на различные продукты, да, то есть медицинские исследования, это к вопросу о том, да, что как бы иногда ходят такие мнения, что на витамины там иногда деньги тратить не стоит, потому что будет просто дорогая моча. Так вот, у нас есть комплекс WX, который прошел медицинские исследования, и который есть доказательная база, да, то есть клинически доказанный эффект.
Более 20 лет компания Nutrilite сотрудничает с Олимпийской сборной Китая. А мы с вами смотрим, да, то есть кто на сегодняшний момент побеждает, да, то есть в различных олимпиадах. Итак, более, почему это тоже на сегодняшний момент информация очень актуальна, потому что более 90% на сегодняшний момент людей не получают то самое оптимальное питание, да, то есть те самые белки, жиры, углеводы, из которых мы с вами строимся, из которых и благодаря которым мы с вами чувствуем себя хорошо. Также дефицит омега-3 комплексов и овощей и фруктов. Итак, что же нам с этим делать, да? То есть вот у нас есть желание, скажем так, да, изменить продукт. Нам не нравится, возможно, то качество, которое мы имели ранее, да, то есть у нас с вами есть готовое решение, потому что компания разработала для нас с вами, для абсолютно простых людей, да, то есть которые не имеют, да, возможно, какого-то, знаете, медицинского образования, возможно, не имеют навыков предпринимательства, да, то есть, возможно, не имеют навыка ведения социальных сетей. Компания подготовила для нас готовые институты, в которых мы можем, в принципе, в зависимости от нашего желания получить образование или по-здоровому, даже просто для себя, понимаете, то есть мы все начали сначала с себя, начали улучшать свое личное состояние, свое состояние здоровья, а потом уже дальше просто стали делиться непроизвольно с остальными людьми, да, то есть есть готовые решения в категории здорового образа, есть институт красоты, да, то есть где вы можете узнать самые азы, вам не надо за это платить, вы просто регистрируетесь на сайте, да, то есть и получаете доступ вот к этим институтам и уже разбираетесь потихонечку с этой темой, которая, как я уже говорила, да, на сегодняшний момент в течение ближайших 10 лет ожидает огромный рост. Также институт предпринимательства, если вы никогда не были предпринимателем, то вы здесь сможете получить первые навыки, конечно же, digital лаборатория, да, то есть это информация о том, как вести на сегодняшний момент бизнес в социальных сетях. То есть у нас есть, как я уже говорила, готовая стратегия, готовое решение. У нас есть высочайшего качества продукт, у нас есть компания, которая готова предоставить нам этот продукт, да, то есть которая готова предоставить нам сайт, нам не нужно. То есть для того, если бы мы с вами сами создаем какой-то самый элементарный бизнес, он сейчас уже без сайта, как бы его невозможно развивать, да, то есть поэтому нам бы за все за это нужно было инвестировать в это лично деньги, да, то есть здесь нам инвестиции в это не нужны, да, то есть потому что компания все это нам предоставляет. Мы с вами не вкладываем деньги в разработки, да, то есть мы с вами не вкладываем деньги в инновации, да, то есть хотя компания на сегодняшний момент очень инновационная. У нас есть тоже готовое решение по поводу марафонов различных по здоровью и по красоте. У нас есть уже результаты потрясающие, да, то есть когда люди просто меняются на глазах, да, вот здесь вверху я, внизу мой супруг, здесь наши партнеры, да, то есть как они изменили просто сначала подход к себе, а потом уже начали транслировать это да, в другим людям, да, то есть вот здесь улучшают и показатели анализов и так далее, и так далее. Еще что для меня было очень важным, когда мы начинали это предпринимательство, о том, что действительно бизнес более чем в 100 странах на сегодняшний момент работает, он представлен более чем в 100 странах, и в принципе вы можете, я на сегодняшний момент нахожусь в Варшаве, общаюсь с вами, как бы вы в разных странах, и даже, возможно, вернее, в разных городах, и, возможно, в разных странах мы с вами, поэтому действительно и мои клиенты могут получить продукцию и в Казахстане, и в России, и в Беларуси, и в других абсолютно странах, да, то есть поэтому вот это для меня, то есть тем самым мы раздвигаем свои границы, мы уже не ограничены только одним городом, да, то есть как было раньше, когда у нас была розничная торговля, да, то есть мы были ограничены вот, ну, как бы в рамках одного города. И напоследок у меня к вам такой слайд. Задумайтесь, пожалуйста, как будет выглядеть ваша жизнь через 5 или через 10 лет. Я не знаю, сколько вы планируете. Я, допустим, планирую до 150. Не знаю, какие здесь такие со мной, как бы кто хочет, скажем так, тоже до 150 лет быть активным и молодым и здоровым, да, присоединяйтесь, у нас действительно такая возможность есть, потому что наше сообщество, оно позволяет, да, то есть, во-первых, быть всегда в том позитивном, классном информационном потоке, да, то есть это очень важно. Это результаты, которыми я хочу с вами поделиться, быстренько еще несколько минут вашего времени займу, это мы с супругом выполнили условия автопрограммы, компания абсолютно бесплатно выделила нам автомобиль, наши партнеры тоже получили автомобиль,
автомобиль, это поездки от компании, абсолютно бесплатные, да, то есть это Дубай, это Турция, это тоже дом, партнер попался на это, не помню уже где, это наше признание в качестве изумрудов, то есть кроме финансовых каких-то вознаграждений, да, то есть вы еще имеете, конечно, возможность вознаграждения, скажем так, морального, да, то есть, и это тоже очень важно. Это вот, знаете, это изменения, которые так незаметно пришли в нашу жизнь, да, то есть вот здесь у нас разница фотографии 8 лет, да, то есть я и Женя, и вот мы видите, насколько на сегодняшний момент мы выглядим по-другому, мы чувствуем себя по-другому, это все благодаря тому, что когда-то мы просто прислушались к этой информации и просто задали себе вопрос, а что если это правда, а что если действительно это сработало для кого-то, да, и это сработает для нас. А вот такие залы, в которых мы обучаемся, да, то есть в которых мы берем опыт от самых успешных предпринимателей, которые на сегодняшний момент развивают это предпринимательство и достигают результата. Это Барселона, это, по-моему, Тенерифе. И вот так вот на сегодняшний момент можно строить бизнес. Это на Куликовском поле. То есть кто-то, я запустила трансляцию, кто-то пошел в музей, да, то есть и так далее. Поэтому абсолютно без разницы, где вы сейчас находитесь, просто, а может быть, кому-то хочется вот такой тишины, да, то есть вот такого, где-то быть, там, находиться на озере, да, то есть вокруг вот такого осеннего леса, и это тоже не мешает вам строить это предпринимательство. У нас есть также школа бизнеса для взрослых, да, то есть, которая постоянно публикует новейшую информацию, те самые тренды, которые есть на сегодняшний момент в предпринимательстве, где вы можете научиться лидерству, где вы можете научиться о том, как правильно, грамотно продать себя, да, то есть как грамотно и правильно построить этот бизнес, да, то есть как правильно и грамотно создать команду и так далее, да, то есть и поэтому приглашаем вас в наше сообщество, да, то есть мы всем рады, я останавливаю свою презентацию, если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, проверю сейчас, что у нас в чате. Экономист, предприниматель, да, действительно, я говорю, из города Петра, ну, в общем-то, вопросов нет, спасибо вам всем за обратную связь. Связь, да, благодарю за классный показ бизнес-плана. Спасибо огромное всем. Наши встречи будут на постоянной основе. Каждую среду мы вас ждем в 19 часов онлайн. По ссылке приходите, будем с вами, как я уже сказала, находиться в правильном информационном потоке. Всем хорошего вечера, всех обнимаю, всем удачи. Разбирайтесь, задайте побольше вопросов тем людям, которые вас пригласили, или, возможно, когда вы будете слушать эту информацию в записи. Всем хорошего вечера. До свидания.